Всем привет на моем 86-м стриме. Мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Это уже 15-я часть по ней. Так, и в прошлый раз мы остановились на том, что дошли до города Годза. И немножко там, так сказать, побегали. Но не доисследовали еще и не дошли до короля, ну, собственно, к кому мы идем. А они там уже вовсю готовятся к войне. Вот. Заметили, что город разделен на этажи. Есть нижний этаж, типа трущоб, средний этаж, так, ну, мы там магазинчики видели, еще что-то. И пока не видели, возможно, есть какой-то верхний этаж, но мы такой не видели пока. Привет, Тор. Так, это мы в отеле. А, и также у нас еще есть побочный квест найти брата одного вот этого собакоподобного чела. Где-то он охраняет ворота, что ли, или что-то такое, и передать ему сообщение. Где он точно находится, пока неизвестно. У вас есть пропуск? Вам требуется пропуск или ID-карта гражданина Годзы, чтобы использовать эту станцию? Ага, то есть я не могу войти. Он сейчас скажет, ну да, ты не можешь, нет. Вы имеете в виду, мы не можем пройти на платформу? Я хочу поговорить с менеджером. Your identity card is your ticket. Ну, короче, не, нифига. Либо граждане, либо специальный пропуск. Well, you heard the man. Ну, вы его слышали. We're not getting in. Так, мы не можем войти. Тор, это ты про Skyrim говоришь? Ну... Собери как-то удачно, я не знаю, там. Мне кажется, 9000 модов все-таки будут включены. Поменьше хотя бы 1000 там оставь. Самых лучших. А, тогда у нас есть еще один проход, оставшийся единственный. Вот этот, где мы еще не были. Я покину вас, пока у меня есть что-то какое-то дело, не успел. Я пойду с тобой. Я сам разберусь. Пожалуйста, идите вперед без нас. Well, you know, they just got together after a long separation. Unlike you, most women don't kick people. They like to be together and share warmth and company and caress one another. And I think, ow, see, proved my point. Kaim's whole demeanor changed when he saw that coin. Maybe he collects them. Just like it flies or something. Не очень понял, что последние говорили, но что-то типа удивились, что у него с этой монетой связано, типа того. Hey, Kimiko, look at that! Yeah,
Можем пойти на посмотреть, что, я не знаю. Seems dangerous to me. Yeah, you're the dangerous one. I think it's safe enough, kids. Yeah, you know, I wanted to hop on it too the first time I saw it. Yeah, don't push any buttons, because I did that once. And don't leave the town. We won't. Не жмайте никакие кнопки и не покидайте город. This is the first time they've been on these streets. Man, you know, they could get into trouble. I don't know if that. Maybe I should go. Wait a minute. What am I doing? I'm worried about a couple of kids. Something's wrong with me. Привет, мистер Набомнение. Хотел сегодня Тоха застримить. Но что-то думаю, блин, я же обещал, что после защиты будет. И не стал. Ну, типа, а то обидишься, что я постримил, а ты не пришел. Ну, потому что не рассчитывал, что будет. Ну, значит, потом будет. Другой раз. Так, у нас отняли 5 персонажей. Ой, 4 персонажа. Ну, теперь-то ты здесь, но теперь я уже стримлю Lost Odyssey. Alt, identify yourself. Show your citizen IDs. You know, this wasn't on the brochure. Now, I'm not taking a cruise anymore. You know, they always never tell you the fine print stuff. This is Queen Ming of Numara. Это королева Минг из Нумары. What? Numara? She's a queen, you know? Off with your heads. Ring a bell, huh? And, I wasn't notified about this. If you're the queen of Numara... Меня не предупреждали об этом. Если вы королева Нумары... Почему вы, ну, типа, без предупреждения? It's okay, it's fine. Yeah, we're traveling incognito. Мы путешествуем инкогнито. Odd things have been happening in Numara. You know, people losing their clothes and stuff. Her Majesty felt it was her duty to come outside and do some research. You know, so be a pal. Try and help us out, you know, with this. Are you a spy, by the way? Regulations are regulations. There's no proof she's the queen of Numara. Типа нет доказательств, что она королева Нумара. Proof. Yeah. Proof I can furnish. Even a foot soldier such as yourself should recognize the crest of the royal house of Numara. The glowing pendant on the queen's chest. Hey, 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 hey. What? Whoa, whoa, hey. You can't do that. You're a queen. Yeah. I agree with you finally. Yeah, there's got to be a better way. Whoa, that's a very It can't be. Wow. You know, you think you know someone? Nice surprise. My sincerest apologies, Your Highness. You are without a doubt the Queen of Numara. Ну, типа, без сомнения, вы королева Нумара. You are most welcome to enter. Thank you, officer. Was a daring thing to do. It was for everyone's sake. Yeah. That was good. Остальные-то сюда как попадут? Их-то не пропустят. День только начался, но я же по этих Lost Odyssey буду стримить не 5 минут. Дедушка очень важный министр. А вот Хайтаун это. Вот таки верхний. Дома. Ну, короче, дома для шишек и всяких. Да не, вечером вряд ли будет стрим.
Ну, не вряд ли, а точно не будет. Король Годзе, великий человек. Ну, типа, офигенно рулит нацией. Что, у вас есть хотя бы Magic Train? Или я неправильно понял? А, эти Magic Train, ну, магические поезда, останавливаю, всегда останавливаются прямо вот здесь, где я стою. Прикол. Что за магические поезда? Типа говорит, я одет как. А мы одеты как эти из Лоу Сити. Ну чё, идём в этот замок? Ну, в этот дворец. Ну, вы Ее Величество Королевна Мары, да? Я слышал, что вы прибыли, пожалуйста, проходите. Ну, как недословно, если я понимаю, что это чел король и все такое, но зачем ему почему-то место настолько огромное? Типа говорит, будь тише. Представляю Ее Величество королеву Нумары. Значит, это городская музыка. Что за приколы? Что это? Your Majesty is most kind to receive me on short notice. I am Ming, Queen of Numara. I have a most urgent favor to request. You must have gone to considerable trouble to visit me, Queen Ming. It was my understanding, however, that your country preferred to remain isolated from its neighbors. I find it curious that you are here unannounced, with no fanfare, and accompanied by persons of uncertain character. You have every reason to be wary, Your Majesty. It was necessary, however, for me to use such unorthodox methods. I beg your patience and ask that you hear my request. Certainly, my dear Queen. However, I must verify that you are who you claim to be. I am aware that you demonstrated at the castle gates that you bear the glowing birthmarks of the royal house of Numara. However, in these times when magic energy is everywhere around us, it would be a simple matter to have such marks artificially added. What are you implying, Your Majesty? You doubt her word? Something smells fishy here, and it's not me. Very well. In the interest of diplomacy, I shall once again demonstrate the sigil of my rank. Your cooperation is appreciated. However, I will need a bit more proof. Understood. I have heard that the Queen of Numara is a capable sorcerer. If that is true, you should be able to reach me by breaching these barriers. Yes.
Короче, он говорит, нужно больше доказать, что она королева, типа она известная колдунья, пусть пройдет сквозь эти барьеры вроде того. Ой, ништяк вообще. Вообще яу. Ой. This isn't working. He's toying with her. Your Majesty, there is no time for such sport. We don't have much time. Ну, типа, хватит играть с нами, у нас нет этого времени. Эй, что случилось? Здесь больше нет барьеров. Ты их сломала? Кто-нибудь, сделайте что-то с этим быстрее. В чем его проблема? Эминейтинг? Барьеры исходят из трона, что ли? Even if you are the king of Gotsa, how dare you behave in such a manner? Даже если ты король Годзе, ну типа, что за манеры? Пожалуйста, отойдите назад. Я не могу с этим ничего поделать, ничего. Вы не король. Короче, левый чувак какой-то. Так, а мы ищем тут какого-то чувака в плаще. По-любому он ушел в эту трущобу в эти. Ну давай сразу на седьмой. Ну зря ты подозреваешь, что конец игры близок.
Это третий диск, если что, из четырех. You. Mars! I mean, Your Majesty. Kaim, Sarah, it's been so many years. You're still as lovely as ever, Sarah. Thank you. And you're still as charming as ever, Your Majesty. Why did you bring us here? Why the disguise? Почему ты позвал нас сюда? This was the only way I could find to spend a few quiet moments with you. It's not widespread knowledge yet, but word is out that you've abducted the Queen of Numara. Would you mind explaining what's going on? The Queen is with us. Then it's true you abducted her? She's one of us, but it would take too long to explain. One of you? Типа, королева Нумара, одна из нас, это долго объяснять. И она бессмертна. I consider you to be one of us too. Even though I'm not immortal? Not as an immortal, but as one who cares for this world. To think that beings from another world should be the ones to teach me about love for my own world. Has it really been 50 years since we first met? Yes. 50 лет прошло с первой встречи. Yes. You have that memory? No, my journals. You were just 20 then, weren't you? Вот ему тогда 20 было. I was certainly naive then to go off as I did. I doubted that my inexperienced body and spirit would be equal to the demands and responsibilities of the kingship that I must one day inherit, let alone the challenges of defending my kingdom. And I wandered the world alone in search of an answer. Но ходил чуть по миру один, искал ответ какой-то. Thus I was unprepared for the demands of the journey. Perhaps I was hoping for hardship. Hoping that in testing myself, I would find the strength to seek some answers. Hang on. It was Kaim who found you and rescued you. Ну, Кайм нашел тебя и спас. You and Kaim were already wed by then. I was jealous. Not only were you immortal, but you also had a bride who would herself be beautiful forever. But that experience changed you, and through your journey, you found your answer. Yes. You'll put your life on the line to protect what you love, a truth that is as significant as it is simple. That was when you discovered it for yourself. Oh, I remember what you told me, Kaim. Love your kingdom as you love Sarah. Люби свое королевство, как ты любишь Сару. You fear for the things you try to protect, and it is a fear you become accustomed to. Thank you. That's not the important thing. What matters is knowing that nothing lasts forever. Knowing that something isn't eternal makes it more precious to you. It makes it worth fighting for. Words are unnecessary. What matters is love and the will to fight for what you love. This belongs to you.
Those words were first expressed by one of this world's ancient philosophers. His thoughts live on, even though people and history may change. The words engraved on that coin are the truth. That's why I gave it to you. I wanted you to read that, if you were ever uncertain of what to do. Truth? Блин, то, что написано на монете, истина. Yes, these words certainly contain a truth by which one may live. Unlike you, however, I have learned through dedicating myself to the welfare of my people the impossibility of governing the world through truth alone. You've changed. We, the people native to this world, are different from you immortals. Мы люди, которые родны для этого мира, отличаемся от вас бессмертных. We mortals, however, have but a finite amount of time. Our options, like our lives, are also limited. Ну, у нас ограниченные варианты. Sometimes one has to adopt less than ideal means to achieve ideal ends. Facts and reality sometimes demand that we take steps that contradict that very beautiful truth. The world always holds such contradictions. Gaim, Sarah, I have a favor to ask, now that you know my conflicted, contradictory nature. I will shortly be meeting in secret with King Tolton to discuss what can be done to avoid war, given the strained relations between our countries. He and I will consult between ourselves to avoid any interference from various vested interests on our respective sides. You struggle to achieve your ideals, even while wrapped in contradictions. So to speak. And I would like both of you to be present when I meet with King Tolton. Why? The young king and I will be struggling with the divide between truth, reality, and fact. I want your advice, given your perspective as immortals. And if we still can't find common ground and opt for war, then I ask that you not interfere. That part of you hasn't changed. You're suffering from having to confront an immutable reality that you cannot escape. You're every bit the man you were when we last met. You're too kind, Sarah. There is one thing. When King Tolton arrives, tell him that his court advisor Gongora is himself an immortal, and he's using his power to try to seize control of your entire world. What? Remember this fact, old friend, when faced with your decision. Queen Ming of Numara is with us. What would you say to having her attend the meeting as well? In addition, we have a favor to ask of you, too. We need to get to Ura. For that, we need a ship capable of traversing the hypercurrents. Very well. We'll bring the Queen along. I'll see you at the meeting. А, сейчас. Ну, короче, то, что я понял, вроде как он встречался с королем Толтоном, это который Ура, вот это, ну, где Гонгора, короче, правит, да, но как бы формально этот король, который блондинистый. И я так понял, он с ним встречался или хочет встретиться, чтобы избежать войны, ну, короче, переговоры, да. И вот Каем говорит то, что когда встретишься, передай ему, что Гонгора тоже бессмертный,
И, ну, короче, ну, то, что он не очень. Вот этот король удивился. Ну, то есть он не знал, что Гангора бессмертный, и, ну, типа, учтет это. Вот. А вот по поводу там этот мир, не этот мир, если честно, не до конца понял их рассуждения. Ладно, далее. Приключений себе ищет. А, ну это норм. Может, что полезное найдут? Насчет конца третьего диска тоже хз, потому что он только начался, в принципе. Ну не только начался, конечно, но еще маловато прошло. Нет этого чела случайно. Так, у нас две двери тут. Поднимемся, я думаю. С этой стороны. Какая-то Виолет Аврора никогда вам не врет, или что, или Never Steer, не что-то подожди. А. Никогда не направляет вас неверным. Неверно. Погрузитесь в это, если вы хотите воссоединиться с духами тех, кого вы любили. На трон вообще не собирался. Где ваш потерявшийся-то, ну? У них все деньги с собой, лол.
А что это такое вообще, вот это вот круглое? Какие-то приборы. Непонятно. Типа лифта что-то. Как он не действует. А если их тут переставлять? То там будет тоже бегать кто-то другой, да? А, не, странно. Так, а где магазин-то? А, вот. Ну, удивилось то, что дети путешествуют одни. О, оружие. Блин, а как узнать-то, оно нужно или нет? Сейчас все деньги взрослых... Деньги взрослых потратим. А вдруг оно не надо? Level 5 Spirit Magic вроде не надо, антифриз не надо. Так, ну это вроде у меня все есть. И эта магия тоже есть. Ну, что-то не надо. Стоп, там же еще были. Ага. Отлично. Ну нам и не надо туда. Да я не поднимаю. Что тупит? Что-то у них проблемы с этими магическими поездами. Типа здесь мы эту Аврору увидим вроде. Что-то того. Пойдем посмотрим, что имеется в виду. When they're dead, quit dreaming. I'm not dreaming. Remember how Mom's flower saved us after Gongora wiped us out? She's here with us. Don't you want to see her too? If we can find her in the Aurora, I want to try it. Do you want to see Mom or not? All right. I'll take your word. Ну, короче, он поверил в ту историю, что они могут маму увидеть, а она... Как-то не особо. И они хотят отправиться. But I want to make this clear. Do not blame me if we screw up. This was your idea, not mine. I know. Ну, типа, если что, это твоя была идея, меня не вини. You know. Do you know what we're getting into? Alright, stop crying. If we're gonna go, let's go already. Давайте понажимаем на кнопочки.
оно будет работать? Я не знаю, просто попробуй понажимать что-нибудь. Мне не катит. Кто вы? Где король? Извиняюсь, не бейте меня. Хотите встретиться с моим кулаком? Real king isn't as pathetic as you. It won't do to scare the poor man speechless, Seth. I know that. Huh? So let's do this the easy way. Now we're talking. So where's the real king? Yes. Head for the train station. Our king is meeting with the king of Ura on board a train there. No one is supposed to know. Hey, thanks. Been a big help. Gotta make that money up somehow. We make a pretty good team. Even if it cost us a fair amount of money. Yeah, my money. What? Ming, it's like this. Seth did her pirate act to shake him up, and then I reeled him in by playing nice. You know, good guard, bad guard. It's the most basic technique for getting information out of people. I mean, we could have killed his family, but that's messy and takes too long. Oh. So you planned it all? Well, yeah, actually we did. It was a dirty trick. But, you know, when you're on the street, you gotta take the good with the bad. I wasn't surprised at that. I am a queen, after all, and I've seen worse. However, what amazed me was how you two were able to work together. What? Please don't tell me you're jealous. Jealous? Of what? Of... Oh, no, please. Ну, типа, нам нужно на станцию, но мы не можем пройти, помнишь? Ну, короче, хз, как-то пройти. Пойдем на станцию, правда, ФЗ. Ну, может, это Мин какие-то королевские штучки свои покажет опять. И сразу пропустит. Слушай, ну, короче, надо по-любому.
what are you guys doing here? Эй, что вы тут делаете? We've been searching. Мы ищем. We were looking for you. Мы искали вас. Me? Меня? Come on. Oh, so now we can get in. Why is that? Итак, мы сейчас можем пройти вниз. Почему? Пройти вперед. Почему это? Не беспокойся. Ну, короче, все надо. Я так понимаю, король этот какой-то король ему этот айдишник дал или что-то вроде того, да? Ну Тор, ну это, ну ты понял. Ну там у нее какой-то этот медальон или что-то такое. А ты что подумал? Так, покупать нам ничего не надо. Пойдем сразу сюда. А, тут нас интересно, вот раз не пускали, а сейчас могут допустить, наверное. У нас есть разрешение. Ну, короче, какие-то понты показал королевские, и все это. Нас сразу пропустили. Ну, короче, король, видно, разрешение дал. А, что? Или нет, или не пустил. Не, мне показалось, он написал, что пропустил нас. А что тупит тогда? Ну вот. О, мой сундук. Да. Два ребенка прыгнули в поезд и уехали. Kids? No. Yeah, a boy and a girl. They looked an awful lot alike. Could have been twins. No. They headed off to see the aurora. What aurora? Они поехали видеть аврору. The violet aurora. That's the gateway to the realm of the spirits. I sensed a powerful longing on their parts to be with someone. Come to think of it, passengers that arrived on the first track mentioned seeing the aurora on their way in. They've gone looking for Lyrum. Oh, it's dangerous to pursue the spirits of the dead. The living become their prisoners. I've seen it time and time again. Which way did the train go? Trains leaving on the first track are eastbound. The royal carriage is westbound. Opposite directions. Oh, fantastic. What do we do? Kine. The train is departing! I'm going after them. Forgive me. You go to the meeting, Kine. Stay with her. Короче, пути расходятся. Кто-то идет на встречу с королями, кто-то за детьми. Thanks. Ну, Сара с Каймом решили за детьми пойти. Нафиг их вообще отпускали в незнакомом городе, ну хз.
Another party will be participating in this meeting. Who might that be? The Queen of Numara. Will that be a problem? Типа говорит, что с нами еще королева Нумара будет. It is increasingly likely that our three countries, Gotsa, Ura, and Numara, will go to war. The purpose of this meeting is to find a way to avoid that. Ну, мы попытаемся на это переговоров избежать войны. What do you say? Very well then. Bring her in. Ну, хорошо, зовите её. I'm grateful for your consideration. Thank you. Hey, is the kitchen still open? Please accept my apology for imposing myself upon you in this manner, Your Majesties. Please be seated. Thank you. Queen Ming, this is His Majesty Tolton, the King of Ura. Would you please share your concerns with us? Most certainly, Your Majesty. Your Majesty, I have important information concerning your royal advisor Gongora. У меня есть важные данные по поводу Гонгора. He belonged to our group of immortals, but now it appears he's created his own agenda to dominate this world. Ну, он, короче, Gongora is an immortal? Хочет владеть миром. What he desires is power. Tremendous power. Ну, типа, офигенная сила. The rumors of attack by Numara, the response the Urans took by building up arms, and the restoration of the Uran monarchy with you on the throne, all are parts of Gongora's grand scheme. Типа, очень крутая схема, пока то, что тебя королем сделать и так далее. Grand Staff is an essential part of Gongora's plan, and it is incredibly dangerous. Grand Staff — это часть плана, очень опасная. We beg you to destroy the staff without delay. Grand Staff will make enormous contributions to Ura's development. I can't simply destroy it. I must agree with King Tolton. Я должен согласиться, нельзя просто взять и уничтожить. Will mean the culmination of all our years of harnessing magic to advance our civilizations. Its loss would be tragic for us all. Your Majesties have surely heard of the catastrophe at the Wool Highlands. I've heard that a meteor fell on the battlefield. Yes, and it was most probably brought down by Gongora. What? Возможно, это Гонгора скинул этот метеорит. There is no telling when he may strike with a second or third meteor. It is imperative that we stop Gongora and prevent the completion of Grand Staff. I can hardly believe what I'm hearing. And yet, I can't imagine the Queen of Numara would come here to make such absurd claims. You will have our full cooperation, Your Majesty. Our forces stand ready to mobilize in Ura's defense, in place of the forces that you have already lost to this new enemy. Призадумался блондинчик. Он и есть идиот. Ну, не идиот он, блондинка. That is indeed dedication to duty. How then should I respond? Should I destroy the mirrors before the other immortals fully regain their memories? Connect me to Tolton. I need to relay some information. Your Majesty. Tell the King of Gotsa that you will hand over the blueprints and essential data on Grand Staff. Announce that you will join forces with him. Что-то говорит, объединим силы с этим королем. Гоца. We now have an alliance with Ura. Your Majesty. And information on Grand Staff is being sent to Kent. Dispatch our forces to maintain security there. Well, right away, Your Majesty. One more thing. Yes, Your Majesty.
Ura appears to know something of our relations with Kent. You mean our meetings with Kent before the attack on Ura? Correct. This alliance could be an Ura trap. Take the usual measures and use caution. Тебе говорит, этот альянс — это ловушка Ура. My apologies for delaying our meal. This is an auspicious day. Please savor the fine cuisine of Gortza. Так, а мы за детьми побежали. Вот и они. Ты с такой скоростью сможешь забежать и против потока эскалатора. Стоп, а куда? А, мне из города надо выходить, я понял. Ну это печально. А, не. А чё тогда? Стоп, а чё? А куда тогда? Ага. Короче, возможно, мы догоним на полной скорости. Но опасно, может Остановите этот поезд, вернитесь. Кай Марганор, Кай Марганор, бессмертный. Шпион Уры. Да мы же вроде на полной скорости едем, как они могут догнать? О, мы только вдвоем? Ну жесть. Ну она хотя бы лечить может. Ой, да это же фирма Кишбе, этих орудий. Информация о здоровье, потому что это у Сет была возможность. Давай Шедоу. А что-то он вообще ничего не потратил. А. Ну 70. Ну, нормально.
давай второго. Ну и пусть это вылечит его, вдруг там сейчас еще подвалят. А, не успеет. Они пытаются попасть на борт, мы должны их остановить. А почему атака не работает? А, типа потому что они за бортом. Давай, Ола Клара. А ты просто Shadow, потому что она быстро сработает. Брат, ты пропустил, сколько она потратила? Что? Я не понял. А что сейчас было там, что-то 10 тысяч? А я люблю же РПК из-за этого. Привет, Снап. Давайте аквары. Нет списки, но не знаю, почему Снап. Вроде же у меня онлайн стрим. По сюжету много чего сейчас. Зачем они нам МП восстанавливают? Я не понимаю. Причем в бешеных количествах просто. Захисты что ли? Окей. Что это? Жесть какая-то, босс? О, можно атаковать. Так. Ну, вроде бы починилось. Не знаю, что это было, но какая-то жесть. Сейчас включу монитор. Да, карма. Ну, сейчас Снап... Ну, если в двух словах, в общем, король этот, который блондинка, потом Минг, и вот теперь еще король Годзе, они встретились на переговорах. Минг им рассказал, что этот... Вот, Гангора бессмертный, и то, что он, ну, как бы хочет захватить весь мир там вот, с помощью Грандстаффа, типа там офигенная сила, и то, что возможно даже метеорит это он кинул на поле битвы, вот, и этот, который блондинка, он поверил вроде как, но
Гангора ему позвонил и сказал, давай это в альянс войдем с Годзой. Тот согласился, и король Годзе согласился, но король Годзе понимает, что это ловушка, и сказал, типа, вроде, типа, будьте на готовности, мы готовы. Вот. Не, ну, мистер Напомнение, я же сказал, что Токи сегодня не будет, даже если бы сейчас не заработала этот вот захват, то все равно бы не было бы Токи сегодня. А, и эти, а детишек отпустили погулять по городу, а они взяли там, поверили в какую-то историю, что типа они могут с матерью встретиться, и угнали поезд. Ну, потому что им там сказали в этой истории, что им нужно на поезде отправиться к некой Виолент Аврора. И теперь вот эти двое за ними едут, а остальные пошли с королями встречаться. Лагает стрим? У всех лагает стрим. Не. Это Magic Train называется. А, у тебя не лагает? Ну ладно, да, то у тебя обычно лагает. Опа, а, физическое не проходит. Ясненько. Чего ты, чатик? Точняк. Так, ну если не работает, ладно, пусть там в Defendi стоит, че. Ну ему магии это бесполезно, что делать. Я не видел, сколько аквара потратила. А, не видел, там было написано, что типа могу физической пробить, что ли? Ладно, пусть себя вылечит. Точно. Ой-ой-ой, что-то у неё мало. Может, Флара больше потратит? А то что-то там не было написано, что ты мейджап. А, вот теперь не будет работать, да? Ага. По-моему, столько стоит это. Да, граунду для разнообразия попробуем. Да, слаб физики, только даже damage up физический урон доносит меньше. А, он еще все еще не уязвим физически. Давайте тогда попробуем Force. Или оно не пробьет. Понятно, слабо. Зато теперь можно мечом рубануть. Это да, аквары будем.
Сколько у него здоровья неизвестно, потому что это возможность его СС. Скоро ей ману надо будет давать. Называется, с миром пришли в боссу. А может быть и есть, кстати, да. Ну, уже не важно. That reminds me. We mounted a large-scale operation against piracy the other day. Так, сейчас. Это напоминает мне, мы типа развернули широкомасштабную операцию. Против пиратства. Piracy. Пиратство? Yes. Да. Наши воды были разорены пиратами. Стоп, ну посмотрим. Ну, у них было преимущество по сравнению с нашим тогдашней, это, ну, типа, слабой армией после катастрофы в Хайлендс. So I dispatched our remaining forces to mop them up and communicate far and wide that Ura will not be defeated. Тогда я направил наши оставшиеся войска, чтобы вышвырнуть их. Что-то не понял. Communicate far. Так. Все равно непонятно что-то. Общаться, ну дословно, да? Общаться далеко и широко, что Ура не будет побеждена. И в чем смысл, не пойму. А, сообщить, что Ура не побеждена? Ну блин, что-то я вообще не смог этого понять. Дословно вообще не переводится. Communicate far. If your forces can defeat pirates, they should be sufficient for most any requirement. Если ваши войска могут победить пираты, то они должно быть, ну, достаточно. Не понял.
достаточно для любых требований. Не очень опять понял. You are too kind. I am particularly proud that we succeeded in capturing the most feared pirate on the seas, Sed. А, умелые воины, ну ясно. Вы слишком добры. Я особенно горжусь, что мы успешны в захвате наиболее... боявшихся пиратов в морях. Сед. А, или наиболее запугивающего, может, пирата и морей Седа. Так, наверное. Сед? What is it, Seth? Что это, Сед? He's alive. Он жив. My son. Мой сын. Ничего не говори по поводу этого. Мы не хотим проблем. Не рассказывай мне дважды. Now I am aware that you've selected Kent as the site for the handover of Grand Staff information. I wonder though about the security detail. Will they be sufficient? А, не повторяй мне дважды. Сейчас я знаю, что вы выбрали Хента. Я правда не понял, так и не понял, кто это. А, это вот король этот, что ли? А, нет, это место какое-то. Выбрали Хент в качестве места. А, для передачи информации о Гранд Стаффе. Интересно. Мне интересны детали безопасности. Будут ли они достаточны? А, ну, типа, да, будет ли она достаточной на безопасность? Their morale is much higher following their successes against the pirates. I am certain their presence would be helpful. Я бы с радостью отправил войска Угры, чтобы взять часть, не понял.
А, чтобы принять участие. Их мораль выше, намного выше следующими им успехами. В отличие от пиратов. Я определенно я думаю, что их присутствие будет полезно. Your concern is appreciated, Your Majesty. The forces already dispatched there, however, are from Goetz's main battle force. А, они в боевом духе после беды над пиратами. No unwanted visitors will even get close to Kent. Ваша работа оценена, ваше величество. Войска уже направлены туда. Однако не помню, что значит, когда предложение начинается с R. Взятые из основной боевой силы Годзе. О, гордости нашей армии. Ну, милитари это не армия, а как это правильно называется? Ну, я думаю, в данном случае можно так перевести. Нет незваных гостей, которые приблизятся. Нет, никакие незваные гости даже не приблизятся к Хент. А, Годза гордится своей военной мощью, почему никто не приблизится к Хенту. May I rest assured that the information will be in good hands once it has been delivered? Будут ли у меня какие-то гарантии, что эта информация будет в хороших руках и она будет доставлена? Да, ты можешь быть уверенным. Каждое усилие, которое мы сделаем, а которое будет сделано, если это означает, если это означает, Годза может также поделиться. В этом я пока что не могу связать. В этом короче, Годза может поделиться своей этой магической энергией.
Нет, у Годзе много магической энергии, и она может ей поделиться. Pardon me for interrupting. Простите меня за прерывание. But I'm afraid I don't fully understand what your majesties are speaking of. Но я беспокоюсь, что я не полностью понимаю, что Ваше Величество, о чем вы говорите. Yes, forgive me. А, да, простите меня. Мы говорим о строительстве второго Грандстаффа. I still don't understand. Я все еще не понимаю. Мы бессмертные. Как это сказать-то? Ну, сделали так, чтобы Грандстафф был уничтожен. Кайм told us that the purpose of this meeting was to avert war. Кайм рассказал нам, что цель этой встречи — избежать войны. Indeed, war has been averted. King Tolton and I have come to an agreement, thanks to your Majesty's own words. We thank Kaim for introducing you to us. Действительно, война... Как-то обертывается-то... А, война должна быть предотвращена. Король Толтон и я пришли к согласию, что... Спасибо Его Величеству за его слова. Мы благодарим Кайма за это, ну, за то, что познакомил нас. With the information provided by King Tolton, Gotza will build its own grand staff. Reap the benefits of the tremendous magic energy that it offers. С информацией, поставленной королем Толтоном, Годза построит свой Гранд Стаф и пожнет преимущество. Огромная магическая энергия, которую оно даст. Our two countries will thus be equal in power. Neither country will have an advantage over the other. Наши две страны будут таким образом равны по силе. Ни одна страна не сможет держать преимущество на другой. Смотри на это. Love will protect against all. Ну да, Снап, ну так говорят. Типа, ну это нормально выражение. Некоторые слова никак не могу запомнить перевод. Любовь защищает против всего. This alliance springs from my love for my people and my efforts to protect them. I trust you will appreciate the significance.
Этот альянс исходит от моей любви к моему народу и мои усилия по защите его. Я доверяю вам. Так, опять это. А, я доверяю вам оценить их значение. This is hypocrisy. We both know what Kaim and Sarah would think if they were to hear you speak this way. Это лицемерие. Мы оба знаем, что Каем и Сара подумают, если они услышат это, то, что сказал, то, что вы сказали. I am aware of the contradiction. Я знаю. Я знаю о противоречии. Несмотря на это, если мы предотвратим войну и кровопролитие, если это предотвратит войну и кровопролитие, я выбираю этот путь. И эвакуация. А, нет, что? Эквокейшн. Сейчас смотрю. А, и уклончивость. Сопровождает это. Wait a minute. You're not getting it. This isn't what we were talking about. Подождите минутку. Вы не поняли ее. Это не то. О чем мы говорили? Мы говорили вам, что Грандстафф опасен. Мы никогда не говорили, что надо сделать их побольше. О чем вы думаете? Вы не можете сделать это. Вы играете по... Как-то... Типа играть по правилам Гангори, что ли? Я что-то не пойму. А, вы играете на руку Гангори. Они приближаются.
прикольно, это что, летающий Гранд Стаф? Вставайте на подиум. А, на какой? Нет, не заходит. Мы завершили самый сильный магический двигатель всех времен, Гранд Стаф. I, Kongora, your royal advisor, am most grateful for the support of each and every citizen of Ura. For it is you who have made this possible. And while Grand Staff, вы кто смогли сделать это возможным? Will be born not of magic, but through your collective efforts! Типа это стало возможным не с помощью магии, а за счет ваших усилий. Unfortunately, this momentous occasion is also к сожалению, этот момент что-то также трагичен. It is my sad duty to inform you that King Tolton, who has tirelessly devoted himself to you, his people. Да вот это что? Passed away yesterday. Не понял, что сказал? His Majesty met with the King of Gotham. А, его величество встретился с королем Готы. Prior to upcoming military maneuvers. Чтобы обсудить альянс. His Majesty was never able to establish that alliance. А, он говорит, что умер? Gotza informed us that his majesty fell suddenly ill and perished with terrible swiftness. However, our sources in Gotza have determined that is a lie. In fact, his excellency was clearly the target of a treacherous assassination. Before he departed for Gotza, King Tolton may have foreseen his impending death. Therefore, he entrusted me with full, unconditional authority. Ну, короче, понятно, вы должны мне там доверять полностью. Все, теперь я правитель. Such a tragedy that this has come to pass. Типа, ему так жаль. His Majesty gave his all to his people and his country. My fellow Urans, pray, give this powerless one your help and support!
Ну, они, короче, поверили сразу. А, обвинил Готса еще в убийстве? Ну понятно, что войну развязали. His Majesty was all too aware that war is a foolish choice, as am I. However, to simply concede to whatever terms Gotsa may dictate would constitute a national outrage. Now, let us take the opportunity afforded us by the completion of Grand Staff to bring glory to our fallen king's memory! Let us demonstrate! Дайте нам продемонстрировать. Ну, короче, понятно. Видимо, он теперь будет очень сильным. Фиг пробьешь. Странно, зачем нам дают им управлять, я не очень понимаю. Учитывая, что тут ничего нельзя больше сделать, нельзя ни в меню зайти, ничего. Просто надо дойти из точки в точку. Ну, Ура, это страна, где они находятся, ты чё? In any way, you shall not resist. You must bear my attack in silence. Ну, короче, это 7 магов, они подчиняются ему полностью, они не должны вообще никак сопротивляться, типа, в знак преданности. Он протестирует их. Темными акалитами? Чё, Брекс? У него бесконечная мана. Понятно, от Грандстаффа питается, походу. Ой, да он же убил одного. Нельзя убежать. Шинус. Ха-ха-ха.
А чего, белая магия убила? Как же так? Но здоровье у него всего 1590. Вот что-то мне кажется, когда мы будем с ним биться, а я так понимаю, мы будем с ним биться, то у него будет уже не 1590, а, наверное, 150 тысяч 900. Devotion. Показали свою преданность. Скажите, помогите нам своей магией. You have proven how limited your devotion truly is. A coward such as you. Darkness. Now, listen well. You have no souls, no identities. All that matters is your devotion to me and your superior mastery of magic. Open your eyes, my acolytes, and hear my orders. These are your targets, the Gotzen army, presently in Kent. Ваши цели, армия Готзе, the royal carriage, 40 kilometers west of the castle. Ну, короче, эти королевские все семьи и так далее. Are we meant to attack the immortals, my lord? Должны ли мы атаковать бессмертных? Да. Но они не могут умереть. У меня есть все время в этом мире. Ну, по-любому, Толтон теперь с нами. Я думаю, это без вариантов. А, Снап, а зачем там какой-то экран? Я так понимаю, он мысленно шагает.
Он свои же, что ли, завалил или что-то я не понял. Там эта армия этого была, Годзе, да? Типа тоже патрулировала. Они же говорили, что поможет. Вов, что? Год он заморозил. А это детишки, что ли, или что? Это эти едут, ясно. Что-то случилось, вокруг все замерзает. Что происходит? Магическая энергия. Самая большая, которую только я либо чувствовал. Видела. Она вроде чувствует, да, типа магическая. Гангора, Каем был прав. Дошло до него, что ли? Что это означает? Я не знаю. Король Толтен? Я говорю тебе, я не знаю. Что такое репрессия? As a fellow head of state, you too should understand that military action is sometimes the best option for defending one's people. That's ridiculous! You have no idea what you're dealing with! Okay, who's driving this thing? Contact Gungora! What has happened? What is he doing? Flee, your majesty! Must escape! Where do you think you're going? King Totan! Куда ты думаешь уходить? О, захватил с собой Сет. И сломали возвращалку, да? Сейчас сказал последнее. Странно, он не замерз, я не замерз. Может, бессмертный? Минг! Не знаю, как долго смогу держать. But at least I can keep you safe for a while. Well, don't play here for my sake. If we're doomed, I'd rather we freeze together. Maybe even sealed with a kiss. Oh, really? Well,
Well, you know, everybody, you know, needs sense of humor. If we're gonna die, might as well die laughing. А второй поезд такая ему с Сарой, да? Там... Ну, Тор там, но вообще-то. Через глаза, но ты не можешь видеть. No silly sense of purpose can stand before that. That was Gongora? Damn him. Что, у нас босс будет булыжник, что ли? Да, все разбились по партам. Четыре пары получилось. Да им все равно ничего не было. Может и так, но... Ну их там больше, чем четверо. Aurora Bound Train? А, так это с детьми, что ли? О, это мне восстанавливалка, что ли? Так, сейф это хорошо. Но я думаю, еще поиграем. Здесь. Смотри, Каем, стена замерзает. Опасно оставаться, я что-то не успел. Ну, короче, понятно. Надо биться и идти вперед. И все и так понятно. Да, без хила, ну хз. Не, ну может он умеет этот толком. Лечить. Мы же не знаем его способности. Там один раз что-то показывали, но я думаю, он научился чему-то с того момента. Лара, конечно же. Смертный явно воин, ну это не.
Так, тут ничего нельзя взять полезного. А сейчас еще с карты перелезть не могу, да? Ой, ну что это за жесть? Чё? Ну, прям загадка вообще, жесть. Мистером по мнению, ему значит сложно, видно словарный запас не очень богат. Не все могут когда нужно подобрать нужные слова. Пошли загадки, да. Почему так мало тратим? Ведь у них защита сильная, скорее. Так, я понял. Ой, да она долго кастовать будет, сейчас убьют ее по-любому. А может быть и меня. А, он баррикады делает, отлично. Хотя все равно, возможно, убьет. Ну, хотя бы одного только. А, не успела. Да ладно, ваншот. Калыш, что ли? Кто сказал? Торта не говорил ничего. О, Каем выучил композитную магию. Так, ну пусть полечит, чё. А, ну да, по просьбе. Заказывали, получите, распишите. Поносный пятачок, а, ну да. Именно так и так это расшифровывается. Пароль изменили какой-то.
Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее. Четвертая цифра 4. Так, 9, цифра 4. 9, 2, цифра 4. 9, 2, 0, 4. Да, загадка за загадкой. Ну, чё, неправильно? Как-то. 9204. Да то бред. Я разве неправильно набрал? Я просто на тату уже не могу вернуться. Придется загружаться. Где я ошибся? Что-то жесть какая-то. А, четвертая цифра 0. Стоп. А. Против босса вдвоем. Но они же тоже маги с нам. Вдвоем осилили. Просто трое. Так, давай пока дефенд подержи, а ты... А, у тебя композитно нету, ну как так-то, ну... Но... А шедоу, наверное, мало потратит. Стоп. А ты не можешь? А. Давай баррикады поставишь. Какая Квара? Клара? Ну давай, удачи. А чё она Флара так долго делает? А, у нее замедление что ли? Ей надо вылечиться, а не Флару делать. Один сдох, то хорошо. Он спел вообще не может делать. А, пусть атакует. Что тут уже прибыл? Так. Хило. Надо было от физической атаки ставить щит, а не от магии. Да, я не ставил навыки. Да.
Ладно, пусть пробует поднимать. Надеюсь, что не убьют. Ладно, один пусть добивает. Ну как добивает? 7,5 боя прошло. Да не, это жесть полная. Только если он убьет, то может какой-то шанс есть. А че ты контратаку не сделал? Почему вообще они вначале атаковали, а не я? Да, статусы вообще не поймешь, что не поймешь что. Тут вроде все замерзало, что-то они стоят, так норм. Магическая энергия. Это Гонгора делает? Должно быть, да. Я уже не уверен. Должен спасти. Смысл? Так что безопаснее им будет на половинчатом поезде ехать?
Может быть, я тоже об этом подумал, Снар. Ну я понял, потому что им врезаться в скалу норм, а ну как бы им пофигу, они все равно бессмертные пока что. Ну вряд ли они сейчас погибли. А детям не норм. Takes it out of you. Hold it. You there! Halt! Great. We're at the site where the magic energy was detected. Two people found, a man and a woman. We'll proceed with check. Raise your arms and turn around. Он что, не узнает короля? How dare you be so insolent to your king? You're the one who's being insolent. Do as you're told. You better do as he says. I will not. I am Toten, 45th King of Ura. How dare you point your swords at me? To think a person could lose it to the point of impersonating our fallen liege. Fallen? How dare you? I am Toten, your king. You shall obey. Silence, fool! What? Something's not right here. You're under arrest. Come quietly and don't give us any trouble. Ну, он говорит, что я король, а они типа нифига подобного. Ну, арестованы, так арестовывай, что дали там мне ходить? По мусоркам дали полазить? А, еще и это вандалить разрешают. Посмотрим сейчас, что Толтон умеет. Давайте вначале собаку брахнем. Скилл. Кадаун, Авард Медал, чё? А, Raises Abilities, Power Hit. А просто атака. Слабенькие охранники, вообще, честно говоря. Ой, он 25 уровня, какая прелесть. 26. Ты должен иногда держать себя в руках. Понятно, говорит, что он тебя использовал, лол, а ты, блин, только сейчас понял, жесть вообще, дно. Нет, стрим не должен был. Но. Только будешь стоять, пошли. Ты разыскиваешься. Ну, типа тебя хотят убить. Ты помогаешь мне? Это я не знаю, как перевести.
Ну, не суть важно. Кинг Толтон из Дэд, он стоит перед тобой. Ну, мы же, по идее, рядом стоим, так если, да? Такая условность, что мы ее одну видим, на самом деле, как бы, этого тут бегает. I heard there's gonna be a sacrifice at the ceremony today. They're gonna burn a bunch of criminals alive. That pirate said is supposed to be one of them. Ooh, this I gotta see. Не загружается? А, ну он не слышит, видимо. Не, ну я могу, конечно, перезапустить стрим, но вряд ли есть, всех нормально. Сейчас это напишу. Сейчас я переключу монитор, гляну, что там. Нормально все со стримом? Да нормально вообще, ну дропов вообще немного. Ну они есть, но немного. И сейчас все хорошо идет. Ты сказал Сэд? Да, в чем проблема? Ну, короче, говорит, типа там преступник, да, все такое, если я правильно понял. Мы не можем это ввязываться в проблемы. Ну, типа, почему ты внезапно накинулась? Должна спасти его. Что? Я так понял, его казнить собирается. Побежать. Ну сейчас посмотрим, Снап, как там Twitch заработает, нет? Снапа. А, мы не можем туда пойти, там слишком много людей. Ну, задержка, да. Да все, надо. Я говорю, я вот следующие игры уже они не будут на кибергейме. Куда мы можем пойти? Сейчас это да уже будут заканчивать скоро. Дойдем, наверное, до сейва. А, не, говоришь, где это может быть, то есть казнь Сэда, да? На инаугурации Гангора. Гангора. Но мы не можем пойти, ну, попасть туда отсюда. Но здесь есть какие-то секретные коридоры, да? Вроде, если я правильно понимаю. Да, на Good Game буду, скорее всего, стримить. А, ну и мы дошли до сейва практически. Сейчас посмотрим, что тут.
где-то тоже надо найти этого кролика. Ну прям уже развесил себя Кенгора везде. Кстати, тут нигде эти вывески. Что тут нападает? Понятно, охрана. Да лол, у них по 200, но это смешно. Причем у нее почему-то нету этого набора вот этой. Типа перфект там, да. А почему, я не понял. Fire resistance ups, этого чела. А кстати, все вещи телепортируются между командами, я так понимаю. Так, оружие у нее самое максимальное, да? Ну, damage up возьмем. Spirit Magic 4 уровня, ну ей-то, конечно. Хотя, если мы разделились, то надо подумать. Возможно, ей придется магию юзать. Какую магию она знает? Так, 4 уровень белая. Не, 5 уровень белая. 5 уровень черная. По отдельности. Либо 3 вместе. И спирит вообще не знает. Тогда пусть учит, наверное, этот. Стоп, у меня же Black и White 5 уровня было. А, она одета у кого-то, понятно. Тогда пусть Spirit учит, а потом, возможно, когда, ну, они встретятся, экипирую ту штучку. Так, да, что-нибудь Skill Link. Лулаба, Лулаби, ну короче, колыбельная. Засыпает враги. А, поднимает ability, возможности одного игрока, одного персонажа. MP Guard, damage taken from MP. Instead of HP when HP is low. Что? Я не очень понимаю. Stays alive when damage taken HP to 0, что? Как так? Типа зомби? А, при критическом хп урон уходит в МП, о, круто. Counter Guard. Stronger. Ну, кстати, много интересных. Я думаю, МП Гвард можно, потому что она вообще МП не использует будь. Хотя там у нее МП-то, лол. Сколько? 100. Лучше вот это, наверное. Ну, у него, да. Ему нужно экипировать что-нибудь. Так, стоп, а какую он магию умеет? Никакую? Ну тогда ему надо дать магию. У него церемониальный меч, он по идее должен быть вообще тупой. Да нет, Кайму нельзя, ты чё? Кайму сейчас никак не получится.
А, ну так на будущее его, возможно, не будет уже в команде с нами. Эй, вы там. Что? А, вы должно быть самозванец, который претендует на короля. Короче, они не верят, что он король. Потому что, может, им же скажет, что король умер. Напугали. Вы для нас просто расходный материал, чтобы прокачаться. Да? Или нет? Да. А вот теперь есть это вот накопление силы. А, и у него даже есть. О, вот это какое. Толтон выучил Member Hit? Что это еще? If estimation one enemy based on the member difference. Не понял. Надо же, восстанавливал, куда же дали. Ну, наверное, на этом будем заканчивать. Ты снап понял, что это за возможность его новая? Я что-то не до конца понял, если честно. Если понял, напиши. Наносит повреждения в размере разницы мембера. А, может, типа, сколько там, в зависимости от того, сколько здоровья осталось, типа, мало осталось здоровья, значит, много урона нанесет. Такие фишки были тоже в финалке там. Ну, в общем, ладно, на этом стрим заканчивается. Значит, вопросы, пожелания, предложения, жалобы, если есть, можно писать в чат. Всем пока, увидимся.